Добрый день, уважаемые гости и жители нашей республики. Сегодня, 27 августа, выявлено 148 новых случаев подтвержденных ПЦР. Традиционно наибольшее количество в городе Якутске – 85 случаев. Кроме того, в Мирнинском – 9, Нерюнгринском – 8, в Сунтарском, Чуровчинском – по 7, в Хангаласском – 6, в Кобяйском, Мигино-Кангаласском, Намском и Венобатантайском – по 3, в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Алекминском – по 2 случая, а также в Ленском, Нюрбинском, Амиконском, Среднеколымском, Сиалданском, Усимайском – по 1 случаю. За сутки мы провели 3913 исследований на COVID-19. Всего за весь период пандемии исследовано более 1 337 000 тестов. В республике сегодня имеется наличие 418 555 000 вакцин. Использовано 75%. Первую вакцинацию на сегодня получили уже 312 544 человека, в том числе лица старше 60 лет 50 830. Полностью завершили вакцинацию 284 627 человек, в том числе лица старше 60 лет 54 641 000 человек. Хотелось бы отметить, что сегодня у нас коллективный иммунитет сформирован всего 67% от плана. Это, конечно, недостаточно для того, чтобы мы с вами вернулись к привычному уровню жизни. Вот сегодня как раз я нахожусь в городе Нерюнгри, и я вижу, что, к сожалению, население не активно пользуется масочным режимом, не соблюдает санитарную дистанцию. Поэтому хотелось бы призвать всех жителей действовать по указу главы, который у нас на территории республики еще распространен. Кроме того, я активно призываю всех на вакцинацию, поскольку это сегодня единственный способ остановить эту страшную инфекцию. Мы видим, какое количество лиц, сколько они тяжело болеют. Сегодня уже 1018 детей находятся на амбулаторном и стационарном лечении. А буквально через неделю у нас начинается с вами образовательный процесс. И единственная возможность защитить наших детей, наших пожилых, это прийти на вакцинацию. Всем здоровья, счастья, удачи.